Главный тренер футбольного клуба «Страдино» Сергей Загидулин, Сергей Рахач, вторая волевая победа подряд. Просто побеждать уже неинтересно? Нет, к сожалению. Так, не к сожалению, к счастью, получилось для нас все здорово, все удачно, поэтому особо тут какой-то резюме, там что-то говорить очень трудно. Все на футбольном поле, ребята отдались, ребята старались, ребята верили до последних минут, поэтому, наверное, их как бы это вознаградило. Сегодня что-то не получилось в атаке, потому что за исключением двух моментов с забитыми мячами, моментов-то больше и не было, по сути. Ну, наверное, можно с вами согласиться, но мы тоже не с мальчиками играли. Очень хорошая команда, организованная, и команда просто нам противопоставила свою игру, и мы не смогли, может быть, проявить свои лучшие качества. Поэтому целиком и полностью это заслуга команды соперника. Хорошо, спасибо большое. Спасибо, всего доброго.